Привычное селфи с публикацией в соцсетях иной раз из пустой забавы может превратиться в концептуальный познавательный пост. Вот уже несколько лет известные музеи мира используют идею селфи в целях популяризации искусства. Сотрудники Челябинского исторического музея пошли дальше и решили провести конкурс на лучший снимок с экспонатом. 20 января во всем мире отмечают День музейного селфи. Челябинск тоже решил поддержать эту акцию. И давайте посмотрим, кто здесь главный экспонат. Каждый раз, когда приходят посетители, я вижу, что они все равно себя снимают на фоне интересных экспонатов. Ну, наверное, чтобы друзьями поделиться. Мы решили, что раз люди все равно этим занимаются, почему бы им не прислать фотографии нам? А мы выберем самый лучший кадр и еще и книжку подарим. Несколько привычных движений пальцев и снимок готов. Для Кирилла и Алисы тема музейного селфи оказалась поводом познакомиться с историей родного края. Я прошелся по выставочным залам музея, посмотрел все экспонаты и уже выбрал несколько экспонатов, у которых можно сделать селфи. Да, конечно, я слышу об этой акции, мне друзья, товарищи рассказали. Она проходит по всему миру, и, пользуясь случаем, я пришел в музей, чтобы экспонаты посмотреть, окультуриться, ну и сделать селфи. Хэштеги, которые сопровождают эту идею по всему миру, помогают найти единомышленников в разных уголках планеты. И от того, сколько челябинцев присоединится к «Museum Selfie», и будет зависеть то, сколько людей откроют для себя музей и нашего города.